Вова, а? Ты уже сколько лет в браке? Лет 8. Лет 8? Да. Ну и как взаимоотношения с тещей? С тещей? Ну, отлично. Теща у меня замечательная, умная женщина. Красивая. Что-то я тебя не узнаю. Она что, в зале, что ли? Да, она в зале. А, тут я смотрю. Просто год назад ее не было в зале. Ты мне рассказывал, как она достала тебя своими вопросами, Леня, наставлениями. Все, молчу. Леня Александрович, я ошибался. А-а. Я говорил глупости. Я подлец. Ну, как она смелая женщина, мудрая, отдать мне в мои нахальные руки свою единственную дочь. Ну, я бессовестный человек, а она молодец.